Приветствую всех, кто смотрит. Продолжаем Советскую Республику. Итак, так, денег у нас нифига нету. Поэтому переработаем немного поезда. Там уголь грузят, угля ни хрен еще нету, да? Работничков маловато. Уголь весь вывезли. Так, дрезина тут шуршат. Так, вот этот поезд надо переработать немного. Так, ты у нас что водишь? Кирпич, доски, алкашку. И этот. Нефтяной надо перебрать. Так, кирпич, доски, алкашку. Трамвайчики. Этот грузит уголь. Тут достраивают нефтяной райончик. Пусть достраивают. Куда рабочих не хватает. Работничков маловато. Так. Тут нифига рабочих нет. А где все, товарищи? Вы чем заняты? Работников ни хрена еще нету. Конторы, чем заняты? Ведут пока. Где все работяги-то? Вы чё, народ? Ну-ка, ограничим. Чёрт, куда свалили? Так, в школах нет нифига никого. В садиках. Этим что надо? Церковь, спорт и алкашка. Церквей, извиняйте, нету. Вон все работнички куда свалили. Так, придется на нефтянку отдельную ветку тянуть. Дайте к нам танцы.
Так. Теперь на эту станцию загнать вот так. Так, за деньги можем? Сейчас за деньги не построим. Тут прервется сообщение. Опять глючить начнет без объезда. Пока дрезина все это не построит. Что тут забыл? А, за кирпичами. Ну ладно, пусть пока возят. Рабочие есть, но их мало. Так, дрезины, вы что строите? Дофига у них там дорог еще строить. Это в планах есть? Пока не надо. А тут шуршат. Сейчас тут у нас все движение встанет. Урожай появился немного. Кавчик возят. Алкашку возят. Кавчик нифига не возят. Поезд грузится. Так, тут что встал? А, дрезина. Дрезина. Так, пошел, пошел. Так, ты у нас уголь привез, а вот рабочих трамвайчик надо пустить. Хотя, он там есть. А где трамвайчик? Сюда кого-нибудь везут, нет? Тут у нас трубы как, достроили? Почти. Стали нет. Тут шуршат.
уголь весь повывозили. Второй трамвайчик тоже полный. Почти. Вот тут народище. Народище у них. Целых 9 человек. Так, с этим что-то делать. Так, еще я хотел. Так, уменьшим еще. То все халявщики там сидят наверняка. Так. Побега 101. Рождение 400. Иммигрантов 0. Чё вам надо, товарищи? Здесь тоже сидят, наверное. Сократить количество рабочих мест. Хватит. Так, почему тут студентов нету? Бывает. Сюда никто никого не возит. Больница, пожарка. Тут как успехи. Шуршат? Еще как. Радиостанцию не достроил. Телецентр. Так, это Кимпром. Потом уже пойдет на... для автозавода. Так, ну денег немножко есть. Глянет ни хрена. А где трамвайчики? Пора электричку пускать. Он всех забрал. Второму уже не достается. Так что можно разделить будет. Ну-ка ты давай-ка в депо. Трамвайчика будет 3. Этот разделим, а там один продадим. Занялись. А ты чё стоишь? А, там дрезина шуршит. Или дошуршал уже? А тут дошуршал уже, так. Светофорчики нужны. Так, дрезинь, тут зеленый свет. Тут
Нет, тут пока не дошуршали. Поэтому двойные. А тут дошуршал. Так, трамвайчик. Ты у нас тоже пустой, да? Пошел. Так, тут. Платформа туда. Так, промзону. И горный. Пошел. Один вагончик будет. Ты у нас водишь туда же. Да. И хватает. Так, ты тоже пошел. А, ничего нету. Ладно, ты по-другому можешь возить сюда. 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 Туда. Пошел. Пошел. Угля нифига не привезли. Так, с трубами тут справились. И с насосом. Можно усиливать добычу нефти. Так. Дороги еще вести. Строят, строят. Чего нету? Рабочих нету. Да, рабочих совсем нету.
Этим надо что-то делать. Один из безработных. Чем заняты, народ? Че, энергии не хватает, может, где? Бывает и такое. Так, тут шуршат. Тут шуршат потихоньку. Лесопилка пилит. Так, 7 безработных. 10 безработных. Товарищи. Вы не озверели ли, товарищи? Народу нет. Урожая дохренища, людей нету. Это весело, конечно. Так, а тут они... Чё, пёхнуто бегают? Не надо. Вот этого нам не надо. Из этого дома они куда дойдут? Вполне до остановочки. Так, с этой остановки. Так, туда. И туда. Так, секундочку, они что, вообще пёхом бегут? Похоже на то. Через установку. Оттуда не доходит. Хоть адрес навози. Пошел, чувак. Еще надо зданий строить. Жилых. Так, продолжим. Строительство домов. Вот здесь будет улица. Секундочку. Да, дойду вот. Закладываем еще жилой райончик. И хитбокс у него.
Вот так. Еще дом влезет. Вылезет. Вот так. Пусть строят. Так, автостоянка. Влезет. Куда денется? Так, тут что стоим? Разъезжаемся. Никого нету. Зато тут народу дофига. Довели. На полях работают, урожай пошел, а вот народу тут, о, есть, есть, работает. А еды чего нет? А, машина грузится. Так. Далее. Ууу, как все запущено. Эти тут точно не проедут. Этот что стоит? Там еще... Ууу, подъехали. Так, разруливать срочно. Убрать. Пошел. Вот теперь тот пошел. Опа, а там перекрыл. Зараза! Убрать этот. Он сюда въезжает.
Да. Еще будут сталкиваться. Кровачки. Два ходят. Третий сюда пусть. Вот, достроили. Так, ожидающих здесь не надо. Так вот дойдете отсюда. Тропинка тут нужна. Вот это все надо достроить, пустить сюда на нефтянку. Уголь пошел. Где опять встретился? Тут признавайтесь. Так, добили эту линию. Так, денежки потихоньку идут, ладно. Конторы потихоньку шуршат. Квартирные дома. Рабочие немножко появились. Пусть шуршат. Что тут забыл, так это стоянку, вернее остановку автобусную. Не дойдут. Куда не дойдут? До школы не дойдут и до магазинов. Хотя тропинки если проложить, то может и дойдут.
там тоже райончик надо будет строить. Ко всем благоустройствам. Кинотеатр точно не дойдут. Так, маленький магазинчик. Дороги помешают. Снести. Извиняйте, товарищи. Знаете, что ли? Так, алкашку. Это новая техника. Электровоз какой-то. Дороги, извиняйте, пока. Дорогами. Не лезет. Опа. Зараза, что я сделал? Стоять. Вот так, не хочет. Да блин! Чё подсказки лезут? Иди. Нафиг. Уберись, нафиг подсказка. Оставил, черти куда. Чуть тебе не нравится. Так, ладно, продолжим. Фигня, значит, сюда не влезет. А сюда? Да, вполне.
алкашка. Площадочка. Еще одна. Теперь дороги. Вот так. Уже лучше. Редкинки. Даже не знаю. Рано пока еще. Встретились одиночество, да? Как все запущено тут. Опять разруливать. Кто куда хотел? Кто куда не может? Вот ты почему не можешь? Ушел отсюда. Так, это ушел. А тут? Так, тут на магистрали, по-моему, семафоры не нужны. Ушел. Да, придется потом все это перестраивать. В смысле, линию семафоров, потому что они глючат немного. Тут тройка пошла. Пусть пока отстроят. Рабочие появились. Один. Народу нет. Стройте пока, стройте.
Так, еще один домик туда запихнули. А теперь школу и садик сюда еще надо. Так. Чё не нравится? Смотрите, запихнем. И дорогу запихнем. Было. Вот так. Стройтесь, товарищи. Так, поезда нигде не встали? Опять на том же месте в тот же час. Ха-ха-ха, так. Сносим. Что сносим? Вот это сносим. Вот это сносим. Чё он там круги-то нарезает, зараза? Из-за этих вот веток.
А если так? Два трамвайчика еще есть. Но пустить их пока не можем. Тройка идет полным ходом. Так, хавчик подвезли, алкашку подвезли. Этого хватает. Так, тут как успехи. Народу нету. Топливо битом весь вывозит машинами. Такой электровоз слишком жирный, конечно. Один человек на шахте. Весело. Угля ни хренич нет. Остаивает. Отсутствует уголь. Сейчас закупка идет, но... Так, а сталь где? Тут грузится. А, грузится. Застройка идет. Так, все работает. А, ну правильно, студентов-то нет, практически. Ладно. Так, где опять что встало у нас? Нигде ничего. На перекрестках не стоит? Не, нормально. Разъехались. Так, а тут почему тропинка такая?
Все построили уже. Завода у нас пока нету. Будет. Достраивают. Панели не хватает. Тоже. А где панели-то? Все вылезли, что ли? А, еще есть. Резина, вы что там шуршите? Две дороги. А ну, на нефтянку потом доставим, народ. А тут как? Еще не дошуршали. Здесь закончили, так. Вот так. Разъезд готов. Уголь забирают. Давайте быстрее жилой райончик оформляйте. Так, тут рабочих не выпускать. Тут тех. Тут рабочих не впускать. Пошел. Городской автобус будет возить рабочих отсюда туда.
Частично. И студентов сюда. Пассажиров туда. Ближе к больнице. Ладно, пусть шуршат.
Угля маловато, пустим еще трамвайку. А тот поезд шастает здесь. То, что тут у нас занято строительством. По объездному пути идет. Так, тут. Почти дошуршали. Панели так и не завезли. Панели есть, грузятся. Сталь шуршит. Уголь завезли. Так, дрезины, вы куда? Эти ветки делают. Ну пусть тут добьют. Потому что с этими семафорами совсем беда. Из-за того, что здесь не перекрыто, как положено. Так, маршрутку пустили. Затем поедешь опять же сюда и будешь выпускать студентов. Пассажиры куда-то еще бросят. Ладно. Тут у нас в настройках народ есть. А тут нет, наверное. А, тут пусто. А здесь они пехом бегают. Так, вот вы. Ладно, пусть бегают, не жалко. Зато дрезины постоянно шуршат. Нефтяной райончик обождет. Тут я собирался колхоз еще один забабахать. Но урожай немного пошел. Денег маловато. Лес весь вывезли. Панели вывозить, что ли? Так. Нефтепродукты вывозятся машинами. Что можно на нефть пустить? Нефть не подключена. Народу нет. Зато тут дофига. Так, как с углем дела? Появился немного. Где еще трамвай? Да, тут служебную ветку надо. Причем приходится кругаля нарезать. Это не тот. А где тот?
А, ну он добирается нормально. Что люди тут всегда есть теперь. Как успехи? О, дом добили. И народ вселился сразу же. Строят потихоньку этот райончик. Так, ты куда едешь? Вот асфальтировать тут все это дело. Но конторы пока все заняты. Панели подвезли, а сюда еще до хрена возить. Еще машины три. Чего нет? Стали нет. Тут. Кирпича немного надо. И тут кирпича надо. Здание просит кирпича. Стали у нас. Да что беда. Тут работников нифига нету. Тут строительство ведется. Да, до нефтянки еще не скоро доберемся. Битом ты у нас продаешь, а ну загружаешь асфальтовый и продаешь. Гравия. Гравия весь вывезли. И тут панелька шуршит. Тут все шуршат потихоньку. О, работяг пока нету. Тройка ведется. Пассажиры выезжают. Вот ты чё сюда припёрся? И чё не привёз? А сюда надо досок. Досок у нас поезд забирает.
И алкашку поезд забирает. Урожая дофига, людей нет. Ну, потихоньку шуршит. Так, тут дрезина шуршит. Или что такое? А, ждет. Да, одной приходится ждать. Соединений немножко слишком дофига. Так, тут что стоим? А, там поезд идет. Ну ладно, на этом пока закончим. Всего хорошего, всем пока!